На занятиях телесной терапии, которые проходят в наших школах, где вы можете учиться и онлайн через наши тренинги или по скайпу, или приехать ко мне на тренинги в Сочи, очень важный элемент, вот этот сегмент, который включает в себя мышцы плеч, лопаток, грудную клетку, руки, кисти. Вот этот большой, крупный сегмент туловища, этот сегмент сдерживает у нас смех или гнев, печаль, страстность, уверенность даже придает. И вот здесь есть занятия на таких пару крупных упражнений. Это глубокое дыхание, полное дыхание, это в другом ролике, и вот снятие зажимов. Снятие зажимов я сейчас примерно расскажу, какие делать упражнения, точно вам говорить не буду, но направление, потому что вы можете выбирать для себя то, что вам нравится, то, что вам, по душе. И полное дыхание в другом ролике. Еще советую не избегать массажа, массажа спины и воротниковой зоны. Итак, значит, вот этот блок, блок сегмента грудной клетки, это мышцы верхнего плечевого пояса, спины, груди и рук. Какие же упражнения здесь бы делать? Во-первых, это необыкновенная там зарядка, махать руками, разминать мышцы спины, и даже вот эта ходьба с помощью палок тоже очень полезна. Но вы проделаете, вот, например, такие упражнения, как вставать на цыпочки и подниматься вверх. Вы растягиваете как бы грудную клетку, в это время старайтесь вдохнуть. Удыхая, тянетесь куда-то, растете, а потом резко опускаете руки вниз и говорите: да все это пройдет. Помните, как написано на кольце Соломона: и это пройдет. Так вот, изображайте еще, как будто вы деретесь с подушкой. Ну, просто возьмите подушку и деритесь с нею. Колотите, возьмите газету, начинайте ее рвать. Как бы дергаетесь в каком-то, не танце, а экстазе. Как будто вы хотите кого-то царапать, двигаете вот этими пальцами. Поймите, и мелкая моторика, и крупная моторика мышц снимает напряжение вот из этого туловища. Панцирь распускается, можете стучать себя в грудь. Не забывайте работать над дыханием, вот это полное дыхание, которое вы изучите в другом ролике. Поэтому здесь вы должны делать какие-то, противоестественные движения, страстные, направленные с какой-то агрессией, на подушку, на газету. Ну, разбейте тарелку, в конце концов. Эти освобожденные эмоции, они снимут этот эмоциональный зажим. Но вообще в конце занятий на вот эти агрессивные, непредсказуемые движения, которые выглядят как-то неестественно, попробуйте, активно двигаясь, танцевать. И когда вы танцуете, старайтесь двигаться и грудью, плечами, руками. И делайте этот танец таким страстным, даже сексуальным. Поймите, вот в
там работе с туловищем, с этими крупными мышцами тела, вы должны добавлять и агрессии, и добавлять выброса адреналина, норадреналина, который будет сгорать. И вот здесь, как говорится, маленькие побочные эффекты. Вы будете сильно уставать. Во-первых, эмоционально. Не бойтесь этого. Немного закружится голова. Это значит, вы хорошо проделали. Если у вас нету эмоциональной усталости и не кружится голова, то вы нифига ничего не делали. Так, в носу поковырялись. Но что еще бывает? У вас мышцы, которые сжигают адреналин и норадреналин, там выделяется яблочная кислота, уксусная кислота, и будут немножко побаливать. Тем более вы не натренированы. Не бойтесь, что закружилась голова, что эмоционально опустошены, сели и как бы развалились на части. И будут немножко болеть мышцы. Значит, вы хорошо делаете. Значит, эффект будет большим, лучшим, и качество жизни ваше изменится совсем в другую сторону. Вы перестанете депрессировать, вы перестанете нудить, вы сами себе понравитесь. Танцуйте, записывайте себя на видео, смотрите. В YouTube потом выложите, когда вам понравится. Друзья мои, на связи. Подписывайтесь на мой канал, приобретайте мои ролики, записывайтесь в мои школы, школы позитивной психологии, где используется и телесная терапия. Вообще, приезжайте в Сочи, мы здесь используем все элементы, мы меняем вашу жизнь, образ вашей жизни, и меняется судьба в лучшую сторону.